Аиша Таки Азми родилась 10 апреля 1986 года, бывшая индийская актриса, известна своими работами фильмов на хинди. Аиша Таки родилась в Мумбаи, Махараштра, Индия, в семье отца индуса Гуджарати и матери мусульманки из Кашмира. Актриса Аиша Таки дебютировала двумя фильмами. Она подписала контракт на участие в фильме «Сердце просит большего», а после в фильме «Тарзан». Тем не менее, задержка фильма «Сердце просит большего» означала, что фильм «Тарзан» был выпущен первым и поэтому был ее дебютным фильмом. После выхода фильм стал кассовым провалом, однако с годами он стал культовой классикой. Она получила премию Filmfare за лучший дебют в 2004 году за свою роль в фильме. Много похвал было отдано за ее выступление. В том же году у Аиши Таки выходит фильм «Сердце просит большего». В нем участвуют такие актеры, как Шахид Капур, Аиша Таки и Соха Али Хан. Фильм провалился в прокате, хотя способствовал карьере Шахида Капура и Аиши Таки. Следующий фильм стал для актрисы индийский комедийный фильм, вышедший на экране в ноябре 2005 года. Фильм режиссера Дэвида Тхавана «Свадьба номер один». Но также оказался коммерчески неуспешным. Актер Санджай Датт утверждал, что его дочь Тришала ненавидела этот фильм. В дальнейшем она сыграла в таких фильмах, как «С доставкой на дом», «До свадьбы», «Полный финиш», «Погоня за удачей» и «Погубное пристрастие». Все перечисленные фильмы не имели успеха в прокате, что сильно усугубило положение в Болливуде актрисы Аиши Таки. Единственным фильмом в данном отрезке карьеры, который не провалился в прокате, это «Пропавшее воскресенье» Саджая Давгана. Фильм получил неоднозначную реакцию критиков, но ему также удалось сделать средний бизнес в прокате по всему миру. В 2009 году у актрисы Аиши Таки выходит индийский триллер «Фотография 8/10», где главную роль также сыграл Акшай Кумар. Ожидал, что фильм привлечет зрителей кинотеатра в первую очередь из-за государственного праздника 3 апреля, но фильм не получил большую оценку и открылся с низким стартом 30-40% в крупных городах по всей стране. Фильм получил смешанную оценку критиков и стал коммерческим провалом. В том же году у Аиши Таки выходит индийский боевик 2009 года режиссера Прабху Дева «Особо опасен», в котором главную роль сыграл также Салман Кхан. Фильм получил в целом положительные отзывы и был коммерческим успехом, собрав около 15 миллионов долларов. И таким образом стал одним из крупнейших блокбастеров 2009 года. Конечно, все лавры были отданы актеру Салману Кхану. 1 марта 2009 года она вышла замуж за ресторатора Фархана Азми, сына лидера партии Самаджвади Абу Азми, с которым у нее есть сын, после чего она реже стала сниматься в кино. В 2010 году у актрисы выходит фильм «Школа». Это третий совместный фильм Шахида Капура и Аиши Таки. И фильм получил в основном смешанные отзывы и стал средним в прокате Индии. Ее последний фильм, который был русифицирован, это фильм «Чудак», который не имел успеха в прокате. Актриса Таки очень активна в социальных сетях, особенно в Твиттере, и поддерживает защиту дикой природы. В апреле 2014 года Аиша Таки осудила своего тестя, законодателя партии Самаджвади Абу Азми, за то, что он сказал, что жертвы изнасилования также должны быть наказаны. Сейчас актрисе 36 лет и выглядит сейчас вот так. На этом все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь и поставьте лайк. До скорой встречи!